Тренды безопасного развития цифровой экономики в мире и в России сейчас обсуждать за этими дверями. Конференция 29 ноября, которая проходит сегодня, по цифровой экономике, она лично мне очень интересна, потому что я сам люблю разбираться в цифровой технике, в принципе, в компьютерных технологиях. Мы находимся в аудитории номер 909. Здесь проходит конференция «Социальные и социокультурные измерения экономических преобразований». Обсуждаются такие вопросы, как социальные и социокультурные измерения последствий и рисков экономических преобразований в мире и в России. Задают тон в экономическом развитии и экономике, и в научной сфере, и в образовательной. Очень интересно было Кудрина слушать. Его слова всегда настолько вот точные, настолько выверенные все его слайды. Он очень-очень профессионально говорит именно здесь, вот на эту публику, и очень корректно отвечает. Мы были на церемонии открытия, послушали лекцию Нобелевского лауреата. Сегодня мы были на конференции по совершенствованию правового законодательства. Очень интересна была лекция иностранного профессора Николая Руе из Швейцарского университета.